Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков Swissquote». И с нами сегодня наш коллега из Калининграда, трейдер Андрей Малевич. Андрей, приветствуем вас. Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, коллеги. Здравствуйте, зрители моего канала. Мы с огромным интересом следим, куда же двинется доллар сегодня. С утра ждем его все-таки в ослабление. Вот наблюдали только что, как фунт старательно лезет медленно, но так хорошо, прочно цепляется наверх. Как вам видится рынок сегодня с учетом того, что это пятница? С учетом того, что это пятница, вы знаете, я торгую так, что стараюсь уходить до обеда, примерно до двух по Москве, оставаться полностью вне позиции. Но если кто-то остается в позициях, то рекомендую сокращать их. То есть рынок в пятницу – это повышенная волатильность, и это очень опасно. Понял вас, Андрей. Ну что, давайте посмотрим на графики. Где же наше счастье, как его найти? Счастье, наверное, в деньгах. Ну, ради денег мы здесь собрались. Так, итак, перед нами индекс доллара. Я традиционно начинаю с индекса доллара. По-прежнему данный инструмент у нас находится в среднесрочном падающем тренде. Видите, угол движения цены направлен по данному инструменту вниз. На рынке присутствуют продавцы. Так, момент, сейчас я перестрою немножко. На рынке присутствуют продавцы и среднесрочный падающий тренд налицо. Возможно, в моменте по данному инструменту будет отскок куда-то вот в этот район 89.90 или 90 ровно куда-то сюда. Возможно, сбор стопов. Далее, я думаю, движение по данному инструменту продолжится в направлении продаж в район 89.40. Уровень, на котором мы стоим, довольно сильный. Это уровень 89.75. Видели на нем совсем недавно отбой, ложный пробой, еще один отбой. Но сформирован, я уже говорил про него, он у нас сформирован от 17 декабря 2020 года. Видели на нем глубокие ложные пробои, сложный ложный пробой с обратным ретестом и поход в направлении обновления хаев. Было от него много движений, довольно сильных движений. Я уже по нему рассказывал, были такие движения, на которых обновляли хаи. Вот один удар, еще подходили, еще один удар, тоже обновление хаев. Подходили здесь, ну, в моменте отбились, но не так сильно, как предыдущие разы. Здесь уже стоим, к слову говоря, скажем так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шестая свеча в трех часах стоит на данном уровне. Взять мы его пока не можем. Я думаю, будут брать с открытия американской сессии и со сбора стопов. Пока данный инструмент у нас просматривается, у меня, по крайней мере, просматривается в направлении тренда, то есть от продаж. Ну, давайте сразу посмотрим биткоин. Совсем недавно мы начали, я начал, точнее, по нему давать обзор. Значит так, по данному инструменту и вообще по всей крипте высокая повышенная волатильность. Видите, у нас такая последняя волатильность была в феврале этого года. Движения были очень мощные, такие размашистые. И сейчас точно такое же движение и тоже в область, дошли до области 29.72. То есть, ну, в моменте просматривалась даже отметка 29.600. Резко также отскочили, то есть на рынке повышенная волатильность. Если уйти в 3 часа, то, в принципе, наблюдается среднесрочный падающий тренд. Тестируем снизу, внимание, отметку 40.50, 40.500. Взять ее не можем, то есть закреплялись, ударялись в районе 42-42-35, ударились, отскочили, ушли за отметку 40-500 и сейчас стоим там. Я думаю, возможно движение со стороны покупателей,
ой, со стороны, да, со стороны покупателей в моменте, к нижней, к верхней границе среднесрочного падающего тренда. На рынке, в общем-то, я считаю, что присутствуют продавцы. И далее движение продолжится от шортов, от уровня 42-171. То есть вот я его вам обозначил. В принципе, от нижней, от верхней границы среднесрочного падающего тренда и от этого уровня, в принципе, я думаю, можно расторговать данный инструмент, ну, как минимум в направлении 37500 и, возможно, даже пониже 34450, вот куда-то сюда. То есть пока данный инструмент видится от шортов. Ну, давайте перейдем непосредственно на валютный пары. Но единственное, что я хочу сказать, на такой повышенной волатильности по данному инструменту и вообще по всем криптоинструментам, я бы порекомендовал пока остаться в стороне, не расторговывать, но если расторговывать, то на минимальных объемах, потому что рынок весьма и весьма рискованный. Ну, давайте непосредственно перейдем на валютный рынок, посмотрим, что здесь у нас происходит. Итак, у нас евро-доллар перед нами. Думаю, ну, во-первых, данный инструмент у нас находится в среднесрочном растущем тренде. Угол движения цены по данному инструменту направлен вверх. И торгуется данный инструмент у нас непосредственно, скажем так, в зоне скопления опционных объемов. Перелом по данному инструменту еще не сломлен. Но, несмотря на это, я думаю, что по данному инструменту будет движение в направлении продаж, то есть со сбором стопов, а далее все-таки покупатели попробуют пробить эту зону скопления опционных объемов и отметку в 22.70, в принципе, она светит. То есть движение может быть от уровня, я вот здесь его так вот обозначил, это 21. Ну, округлим 21.80. Это движение у нас, в общем-то, идет вот отсюда. Вот отсюда, момент, вот так вот. От января 2021 года, вот отсюда этот уровень. Он такой промежуточный, вспомогательный уровень, но тем не менее он рабочий. То есть, я думаю, будет движение со сбором стопов. Далее движение от лонгов в направлении тренда. На рынке чувствуется преобладание покупателей. Единственное, им надо набрать, скажем так, запас энергии для того, чтобы двинуть данный инструмент от покупок. Если на американской сессии данный инструмент у нас удержится на уровне 22.15, там, где сейчас стоит, то, в принципе, отсюда может тоже быть движение в направлении лонгов. То есть пока я вижу данный инструмент от покупок. Фунт, в принципе, ничем не отличается. Единственное то, что данный инструмент у нас находится в долгосрочном растущем тренде, в глобальном растущем тренде. Угол движения цены направлен вверх. В среднесрочном растущем тренде и угол движения тоже цены направлен вверх. И в краткосрочном растущем тренде и угол движения цены направлен тоже вверх. На рынке у нас полное преобладание покупателей. Соответственно, ни о каких шортах по данному инструменту речи быть не может. Соответственно, в общем-то, от уровня 41.74 в приоритете, вот от этого уровня, в приоритете и от нижней границы краткосрочного растущего тренда в приоритете набирать позицию в направлении лонгов к отметкам 42.60, 42.59, 42.60, вот куда-то сюда. То есть данный инструмент, здесь достаточно сильная поддержка, раз, два, здесь вот три, ну тут уже это уже другой уровень, но в общем-то я думаю данный инструмент будут держать в направлении продаж, то есть от покупок. Австралиец, данный инструмент у нас находится также в среднесрочном растущем тренде, вот в таком вот, угол движения цены направлен вверх. Плюс ко всему в придачу тут проходит 200-дневная скользящая средняя. И сейчас данный инструмент сегодня подходил к достаточно значимой отметке 77.28.
чуть-чуть не дошел, кольнул 200-дневную скользящую среднюю, от нее отбился в район 77-57. Я думаю, движение вниз еще будет, в район 77-28. Отсюда в приоритете набирать позиции в направлении, ну, как минимум, это уровень 77-80 и повыше в район 78-15. То есть данный инструмент смотрится от лонгов. Новозеландец. Ситуация схожая. Данный инструмент у нас находится в среднесрочном растущем тренде. В среднесрочном растущем тренде. То есть вот такого можно провести. Видели на нем раз, два, три, четыре. И пятый раз подряд подошли к нижней границе среднесрочного растущего тренда. Чуть-чуть ее вниз прокололи к уровню 71.67. И, в общем-то, я хочу сказать, что здесь тоже все от лонгов. Примерно от уровня 71.75. Откуда-то отсюда нужно набирать позиции в направлении 72.30 и в направлении 72.30. 48, но округлим 72.50. Также данный инструмент можно рассмотреть, скажем так, как будто он находится у нас вот в таком канальном движении. И, в принципе, можно для тех, кто более консервативно торгует, можно попробовать дождаться данный инструмент к уровню 71.42. Навряд ли, конечно, его приведут, если только очень быстро со сбором стопов кольнут. И также пока он смотрится от лонгов. То есть я считаю, что по данному инструменту инициатива на стороне покупателей. Канадец. По данному инструменту у нас продолжается глобально падающий тренд. Вот он перед вами. Глобально падающий тренд. Угол движения цены направлен вниз. Среднесрочный падающий тренд и краткосрочный падающий тренд, и угол движения цены тоже направлен вниз. На рынке полное преобладание продавцов. Здесь практически со вторника, я во вторник читал обзор крайний раз, практически ничего не поменялось. Я ждал данный инструмент к отметке 21.14, отсюда набрал позицию, правда, в канал Telegram не выкладывал. Думаю, что еще раз сюда будет движение, и далее отсюда нужно будет набирать позицию в направлении шорт, то есть по направлению движения краткосрочного падающего тренда. Ближайшие цели по закрытию – это 20.12 и 19.22. То есть так достаточно глубоко я его вижу, но единственное, я думаю, будет сбор стопов. И еще раз мы увидим отметку 21.14. Далее, фунт-франк. В принципе, ничего не меняется со вторника. Цели были обозначены, зоны были обозначены. Все довольно четко идет. Данный инструмент у нас находится в среднесрочном падающем тренде. На рынке преобладают продавцы, угол движения цены направлен вниз. Подошли к достаточно важной зоне 90.48, отбились от нее и отбились от верхней границы среднесрочного падающего тренда. Для тех, кто не набрал позицию, я бы рекомендовал бы обратного еще раз ретеста отметки 92.00 и куда-то к верхней границе среднесрочного падающего тренда и отсюда расторговать данный инструмент в направлении, ну, как минимум 89.15, 88.97. То есть в район вот этого зонального движения, куда-то вот сюда вот, зональной поддержки. То есть данный инструмент от шортов. Ни о каких лонгах пока речи быть не может. Единственное, продавцам нужно набраться энергии. Очень большая вероятность, что сбор стопов будет. И далее продолжится движение в направлении продаж. По иене. Нестандартный инструмент. Находится, скажем так, у нас
ну, я бы сказал, в таком среднесрочном растущем тренде, несмотря на то, что доллар падает. Так, в среднесрочно растущем тренде консолидируется возле нижней границы среднесрочного растущего тренда и возле такой важной отметки, как 108.54. Думаю, что будет движение в направлении лонгов продолжено. Единственное, скорее всего, будет движение со стороны данного инструмента, со стороны продаж по данному инструменту в район 108.45. Далее отсюда наблюдается такой, если посмотреть, широкий консолидационный канал в три фигуры. И откуда-то отсюда, от границы, конечно же, в приоритете набирать позицию в направлении лонгов. Ну, как минимум, это у нас отметка где-то, я думаю, 108.90, 109.28, это такой средний срок нормальный, и 109.67, куда-то сюда. То есть надо дать еще скорректиться данному инструменту, и от уровня 108.45-108.50 и от нижней границы консолидационного, такого широкого консолидационного накопления, можно будет попробовать отработать данный инструмент в направлении лонг. Другой вариант, если инструмент уходит за отметку 108.90, закрепляется там, то тогда на обратном ретесте тоже, в принципе, можно попробовать отработать в направлении лонг. Рубль. Ну, крайний раз по рублю, когда я выступал, я говорил, что на данный момент ключевым, скажем так, уровнем выступает отметка 73.50. Данный инструмент у нас находится в рамках, скажем так, среднесрочного падающего тренда и краткосрочного падающего тренда. Данный инструмент не вывели еще пока отсюда и не увели за отметку 73.50. Как только данный инструмент у нас вот так вот такими консолидационными движениями выведут, то в принципе сразу он становится автоматически интересен к покупкам. Далее такой свечой, пробойной свечой закрепляемся выше уровня 73.65, и отсюда в приоритете будет расторговывать данный инструмент от лонгов. Движение может быть очень сильное в район 74.87 и 75.55. То есть единственное нужно здесь пока, скажем так, рынок в неопределенности, надо еще дать данному инструменту сконсолидироваться, чтобы его вывели оттуда, откуда надо, а уже потом искать движение от покупок. Евро-рубль. По данному инструменту я, в общем-то, вижу закрепление выше важного уровня 89.69. Вот он перед вами. Также данный инструмент у нас вывели из краткосрочного падающего тренда и удержались выше этого уровня. В приоритете от этого уровня набирать позиции в направлении лонгов, ну, как минимум, к отметке 90.53. Ну, ни о каких продажах я бы говорить не стал, пока от лонгов, несмотря что среднесрочно данный инструмент у нас находится в таком, ну, достаточно пологом падающем тренде. В общем и целом от лонгов. Золото. Данный инструмент у нас консолидируется ниже важного уровня 18.84-18.85. И также консолидируется выше отметки 18.64. Также данный инструмент у нас находится среднесрочно в растущем бычьем тренде. Краткосрочно он тоже находится в растущем тренде, поэтому только от лонгов. Единственное, я думаю, что может быть вот такой вот заброс, как был здесь. Заброс со сбором стопов в район 18.60. 18.65, и отсюда в приоритете набор позиций в направлении лонг. Может быть заброс и пониже со сбором стопов в район отметки 18.50-18.55. Отсюда тоже данный инструмент смотрится от лонгов. Я шортил данный инструмент, заработал
около процента в соотношении 1 к 3 к 18.50. В канал не выкладывал, потому что против тренда. Закрыл. И, в общем-то, сейчас расторговка идет консолидационного накопления в направлении лонг. То есть данный инструмент сейчас смотрится непосредственно от лонгов. S&P 500, ну давайте посмотрим его в дне, что здесь происходит по нему. Данный инструмент у нас по-прежнему находится в долгосрочном растущем тренде, в глобальном растущем тренде, я бы сказал. Угол движения цены направлен вверх. Но по данному инструменту, как я говорил, виден перелом и видна зона накопления опционных объемов. Видны движения со стороны продавцов вот от этой серой зоны. Кто отрабатывает Америку, в принципе, от этой, кто отрабатывает Америку в направлении продаж, то от края этой зоны от уровня 41.66 в приоритете, конечно же, расторговываться в направлении шорт в район 41.17 к нижней границе глобального растущего тренда. Также в приоритете расторговывать данный инструмент от продаж от уровня 41.84, то есть тоже в приоритете куда-то в район 41.17. Но если данный инструмент у нас двинется в направлении покупок и закрепится выше уровня, то есть будет вот такое движение с закреплением выше уровня 41.84, подтверждение этого закрепления, то на обратном ретесте можно будет расторговывать в направлении, ну, как минимум 42.10 и 42.50, куда-то вот сюда. Пока он смотрится от продаж. В своем телеграм-канале я выкладываю некоторые инструменты, где я заходил, TQQ, по BAT я заходил в BAY, TQQ и NACT Sell Sell. То есть, в принципе, я иду против рынка с трехкратным увеличением, скажем так, с трехкратным увеличением скорости изменения цены во времени. Все, Игорь Николаевич, я закончил. Если ко мне есть вопросы, я готов ответить. Спасибо большое, Андрей, вам за ваш обзор. Очень интересно. Как прошла ваша неделя по торговле, по результатам в целом, если все посчитать? В целом, если посчитать, по Америке я загружен, по FX я практически разгружен. Но если будет движение со стороны канадца, я загружусь. Загружусь хорошим объемом. А так, в общем и целом, я разгружен. На крипте я тоже разгружен. Буду загружаться в направлении шортов, когда будут сигналы. В настоящий момент по крипте и конкретно по биткоину сигнала на разгрузку, вернее, на загрузку с продажу нет. Я не вижу. Я понял вас. Конечно, это принципиально, друзья. Мы все обсуждаем, что биток, вот сейчас я смотрю, 40 тысяч 300 держится, да, хотя все ждали уже продолжение банкета, дальнейшего снижения. Вот. Я вчера сразу могу сказать, на импульсе заходил в направлении покупок. В направлении покупок, но разгрузился уже в направлении покупок и сейчас жду в направлении продаж. Я не инвестор по биткоину. Ну, понятно, ясненько. Ну, а в плане вот доходности, не в плане загрузки депозита, а в плане доходности прошедшей недели, вот эта неделя уже завершается сегодня, как довольны тем, что происходит? Ну, скажем так, сделок было немного, у меня в районе где-то 1.5%, 1.2, вот так. Но у меня еще двигаются позиции. Я понял вас. Ну и в целом получилось сделать немного, да, хотя такая, ну сегодня, например, совсем скучновато. Сегодня, я думаю, у вас ни одной сделки нет. Сегодня ни одной сделки нет, я в ожидании. Я говорю, что если канадец пойдет туда, куда надо, то я буду загружаться. Ясненько. Андрей, поняли вас, спасибо вам большое за ваш обзор.
Главный вопрос сегодняшнего дня: что на выходных, что на Балтике, можно ли выезжать, можно ли собирать янтарь? Ой, Игорь Николаевич, у меня ремонт, вы знаете, мне так тяжело. То есть вы уже забыли, в какой стороне Балтика, я понял вас. Да, это точно. Конец виден в ремонте? Как вообще обстановка? Ну, в общем и целом, да, видно. Свет в конце тоннеля у нас всегда виден. Но вы же знаете, ремонт такое дело, что его закончить невозможно, его можно только приостановить. Да, согласен, согласен. Андрей, желаю вам удачи на рынке, в ремонте. И все-таки, может быть, вырваться на выходных, хотя бы подышать свежим воздухом. Это всегда полезно. Вам хорошего дня впереди. Всего хорошего, всем удачи и профита на рынке. До свидания. Спасибо, до свидания.